Благодаря компании проводятся многочисленные турниры. Спортсмены Таласской области выезжают на международные турниры, завоевывают медали, поднимают флаг Кыргызстана. Я уверен, что под вашим началом работы, которые ведутся для развития спорта Кыргызской республики, а в частности для выхода на Олимпиаду, планируемую в 2024 году, будут успешными. До Олимпийских игр в Париже осталось 2 года. Мы хотим превзойти результат Токийской Олимпиады. И я думаю, помощь компании «Альянс Алтын» нам в этом поспособствует.